Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим фаршированные грибы с брынзой. И начнем с подготовки шампиньонов. Удаляем сердцевину и выкладываем шляпки на противень, смазанный маслом. Ножки мелко нарубим и оставим для начинки. Смажем шляпки оливковым маслом и поставим в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 15 минут. Подготовим начинку и для начала мелко порубим фундук. На оливковом масле обжариваем чеснок, нарезанные ножки шампиньонов и туда же отправляем рубленый фундук. Добавим мелко нарезанные листья шпината и добавим брынзу. Соль и перец добавим по вкусу. Этой начинкой заполним шляпки шампиньонов. Сверху посыплем панировочными сухарями и отправим в духовой шкаф еще на 5 минут. Выкладываем грибы на тарелку. Можем подавать на стол. Приятного аппетита! А эти и многие другие свежие продукты вы можете заказать в мобильном приложении «Мой Спар».